Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в GTA San Andreas Definitive Edition. Давненько не играли. Наконец-то свободное время наступило. Короче, давайте выполнять следующие задания. И у нас, кстати, уже хватает денег на магазинчик Zero, но мы займемся им в другой раз. Может быть, в следующем выпуске займемся. Так. Outrider. Партнер, Джизи, как оно? Тут один мой бизнес связан с другим, и вот другому бизнесу нужна помощь твоя. Я рассчитываю на тебя. Встреться с Тибоуном на автозаправке в доках Истер Бейзин. Он ждет тебя в четырехдверном седане. Прости меня, партнер, у меня тут второй звонок. Арвиджи. Ну, как скажешь. Так, продолжаем работать над Джизи. Вообще, зачем мы делаем все это? Зачем мы работаем на этих ребят из Локо Синдикат? Нам надо завоевать их доверие, чтобы потом появилась отличная возможность разгромить их. Потому что Локо Синдикат — организация, предоставляющая препараты Биг Смоуку, Райдеру, Балласом и Вагасом. И нам надо предотвратить это и разгромить этот бизнес. Блин, я не заметил эту хренотень. Дождь пошел, обалдеть. Блин, куда они запропастились-то все? Эй, ты какого прихватил с собой, а? Чего? Ты думал, сможешь обмануть меня, да? Я тебе башку сейчас разнесу, а потом изнасилую, поубиваю твою семью, ты, крысен. Думаешь, можешь наврать мне тут? Я знаю, что ты игру ведешь, приятель. Я не знаю, о чем вы говорите. Мое горло. Ты на кого работаешь? Да не на кого. Повернись и покажи мне свою морду, бля. Я просто денег заработать пытаюсь. Буду держать язык за зубами, обещаю. Я почти мог стать. Я чуть не отымел тебя, да? Чуть твоим хозяином не стал. Эй, ты должен быть осторожен в этом деле. Вы закончили тут свои игры? Все путем. Рад это слышать. Давайте, нам надо груз встретить. Поехали. Да, кстати, погода идентична погоде у меня за окном. У меня дождя нету. Но он будет скоро, я уверен. Потому что тучи надвигаются у меня. Блин, офигеть, из-за дождя подлаги начинает. Грозы у нас не обещается, но вот дождик будет. Я так чувствую. Выходи и садись на мотоцикл. Этот груз должен доставить на завод. Ты проследи, чтобы он доехал, а мы тебе за это неплохо заплатим. Мы будем следить за тобой. Мы уже следим. Так что давай иди. О, тут РПГ есть. И снайперская можно взять. Давайте возьмем. Короче, надо защищать этот фургон от засад, которые будут там. К сожалению, почему-то навигатор не прокладывает мне маршрут к первой засаде. К следующим тоже прокладывать, я так понимаю, не будет. Надо было, конечно, броней закупиться, потому что они меня уничтожить могут. Без брони, без этой. Но у нас появилась снайперская, мы попробуем с помощью нее чего сделать.
Кроме того, а снайперской там много вообще, нет? 40 штук аж. Блин, жалко, они повернуты, они бензобаком ко мне. Блин, еще и этот загородил мне бензобак. Я не попал, что ли? Да блин, ну это пипец. Надо машины эти уничтожить. Да почему не взрывается-то? Блин, надо гранатомет использовать. А кто стреляет? Это китайцы вроде бы. Почему они нас атак... Блин! Дебильные машины. Все. Так, надеюсь, фургон еще не близко. Как же бесит, когда другие машины... Охренеть, он в огонь заехал, сейчас бомбанет. Блин, пушки все... сгорели в огне. Ну, они так просто пропали. Это я так. А еще, кстати, заканчиваются эти пистолеты, поэтому надо сейчас этих поубивать, да забрать по-быстрому. Там еще сверху будут стрелять. О, калашик даже есть. Неплохо, неплохо, неплохо. Тут еще есть ракета. Следующая засада. Мотоцикл мой где? Так, аккуратно, нам нельзя загореться. Здоровья уже, кстати, довольно-таки немного, надо умудриться не сдохнуть. Берем снайперскую. Еще лучше, если меня никто не задавит. Блин, я не попаду отсюда. А, отлично, теперь взрываем машины. Пушек не осталось. Жалко, жалко, жалко. О, фургон-то приближается уже. Надо побыстрее. Побыстрее, быстрее, быстрее. Поехали. Следующая засада прям тут. Если фургон сюда заедет, будет очень-очень плохо. Надо... Отлично, все, все, всех взорвали. Вообще без проблем. О, пушка лежит, надо взять. Жалко, не подбираются предметы, когда я в транспорте находишься. В GTA 3 можно было подбирать пакеты с наркотой, находясь даже в транспорте. Так, фургон сюда приедет. На этот завод. И я надеюсь, что этот завод мы тоже взорвем. Так, отлично, мы доехали. Копы скоро всю округу заполнят. Загоните фургон куда-нибудь подальше от них. А я пойду.
А три звезды мне за что, интересно? Так, ладно, едем в гараж. Надо сохраниться там. Так, чё? Курьер с деньгами, слово, выехал из Лос-Сантоса. На этого курьера забьем, у меня сейчас дела есть. Мы это уже выполняли, поэтому... не будем это делать сейчас. Snail Trail. О, CJ. Здорово. Эй, здорово, Джетро. Какие-то копы тебя там в офисе ждут. Темпени. Ладно, я разберусь с ними. Очень рад вас видеть, благородные копы. Твоему брату там плохо спится, свернувшись калачом, когда ему там другие мешают. А ты в комфорте, я смотрю, здесь. Ну чего вам надо на этот раз? Нам надо работать в покое. Чтоб всякие чертовы чистосердечные либералы не совали свой нос в дела, которых они даже ничего не знают. Вами заинтересовалась пресса? Чё ты об этом знаешь, приятель? Тихо, тихо, Эдди, давай не будем вперед забегать. Один молодой журналист уезжает отсюда, чтобы заработать себе звание. Он не знает, как устроены улицы. И он должен писать только то, что его просят. Да, и мы, короче, хотим, чтобы ты его заткнул. И его подельника тоже заткни. Да, этот репортер копает под Пласки. Мы не знаем, кто ему там помогает, но мы знаем, что этот репортер встречается с ним сегодня. Позаботься о нем. Кстати, классный гараж, Карл. Да, эти копы постоянно будут. Вечно им кто-то досаждает, а нам это разгребать. Так, ну вообще-то у нас это снайперская и есть. Уже. Так, поезд. Говорят, что можно в него сесть, но у меня никогда не получалось. Поезд всегда уезжал до того, как я к нему подхожу. Поэтому мы в любом случае сядем на мотоцикл. Мне что-то даже кажется, что до поезда невозможно добежать. Сядем на мотоцикл и будем преследовать его, блин. Одна из самых сложных миссий, кстати, на мой взгляд, потому что там испугометр поднимается очень быстро. Многие в комментах мне, кстати, кто-то писал, что не могут эту миссию пройти, потому что их сбивает встречный поезд. А чтобы... ну, это вообще-то нелепая довольно-таки причина, потому что встречный поезд вот с этой, с правой стороны выезжает. И нам просто надо по левой ехать, прям за поездом, и тогда без проблем все будет. Поезд, похоже, в Лос-Сантос едет. Никакого встречного поезда я, кстати, не встретил сейчас, до сих пор. Сколько мы тут едем?
Да, он сошел с рельс. Некрасиво это, а вот и встречный поезд. Некрасиво это, конечно, но простительно, в принципе, я считаю. Кстати, по поездами, оказывается, в этой игре можно управлять, я не знал об этом. Мне Леха об этом сказал. Хотя Леха знает эту игру меньше, чем я. Вот опять с рельса съехал поезд. На поворотах съезжает, походу, с рельса. Вот опять, вот видите. Так, вот здесь где-то должна быть остановка, станция, где поезд выезжать будет. Останавливаться, в смысле. Репортер сейчас выйдет из поезда и будет хреново. Надо идти за ним аккуратненько. Контрольная точка сохранена, это уже хорошо, в отличие от оригинала. Вот, где контрольных точек вообще ни в какой миссии нет. Поэтому здесь нам немного будет полегче проходить эту миссию. Слишком близко не подходим, иначе он нас заметит. Если он нас заметит, то все. Назад чуть-чуть зайдем, потому что когда он там в такси будет садиться, и испугометр почему-то начинает подниматься, когда мы находимся здесь, на этой высоте. Ладно, давайте попробуем сюда подойти. И аккуратно прям вдоль стены. Ой-ой-ой, назад. Теперь нам надо аккуратненько, но при этом быстро отыскать машину, на которой мы будем преследовать этого репортера. Здесь есть, ну, можно не машину, можно, например, вот такой мотоцикл. Ничего, сейчас догоним. Не слишком-то я уж и далеко. Я его, по крайней мере, вижу. Но слишком близко подъезжать к нему не следует. Чего? Как так-то? Я же его видел! Я же видел его! Ну, это бред какой-то. Такого быть не могло. Так, аккуратно подходим к нему. Я уже знаю, что нам взять. Есть мотоцикл. Стоп, он что, по другому маршруту, что ли, поехал? Так, вот теперь это преследуем по-нормальному. Да, вот так таксист. Кто же так ездит-то, блин?
Так, сейчас он тут повернет, и там остановка будет. Все. Сейчас мы закончим это дело. Да блин. Ну вот и все. На его товарища что-то ушло больше патронов, чем надо было. Сколько у него денег выпадет? Немного, немного, не богатый он. Ладно, на сегодня закончим. Пожалуй. Закончим мы, потому что следующие миссии. Миссии от школы вождения, миссии от ВУЗИ. И миссия от Zero должны быть по отдельным сериям уже. А вот миссии от Триад, которые, ну вот этот дракон в круге возле нашего гаража, они должны быть в финальной в последней серии второго сезона они должны быть. Да, именно так запланировано у нас. Так что на сегодня все. С вас Игрус Песосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримовский канал. Погодите. Ну да, подписывайтесь на стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока, с вами был Максим Мадзе. Че, еще не выключил, что ли?